Эрудит Пятерка. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Сегодня у нас традиционная дерби, традиционная игра, потому что есть такая примета: как только распускаются первые листочки, как только приходит веселый, звонкий, красивый май, мы сразу вспоминаем, что скоро наконец-то заканчивается учебный год, и пора свести в открытом бою наших два самых элитных учебных заведения города. Слева от меня в красных шарфах представители городского лицея номер один. Справа от меня в синих шарфах учащиеся, или, как сейчас говорят, обучающиеся Гомельского государственного областного лицея. Итак, дорогие мои, у нас сегодня пришла пора вспомнить, что очень-очень скоро вы выпорхнете за пределы своих лицеев, и перед вами во всю свою немалую величину встанет вопрос, кем быть, куда идти. Поэтому у нас сегодня профориентационная, или, как сейчас модно говорить, ресурсная игра. Ну, мы не сразу, конечно, бросим вас в бой. Мы сначала проверим оружие на нашей Донетке, на нашей блеф-игре. Татьяна, у кого самая мощная интуиция в вашей команде? От нас пойдет Лера. Ага, у Леры. Ксения, у вас? Однозначно у Александра. Итак, Лера против Александры. Вперед! Очень простой бой. Нажать кнопочку и сказать «да» либо «нет». Согласиться со мной, либо мне возразить. Потому что я могу и соврать. С меня станется. Итак, внимание. Верите ли вы, что обыкновенная уборщица может профессионально заниматься клинингом? Александра? Верю. Клининг – это то же самое, что и уборщица, чистота. Клин. Английское слово вы знаете. 5 очков Саша заработала. Выиграла гейм. Поехали. Верите ли вы, что у кинолога и киноведа один и тот же объект профессиональных интересов? Нет. Прошу вас. Нет. Нет. А кинолог знаете, кто такой? Кем он занимается? Кинолог. Собаками. Правильно. Хорошо. А киновед чем занимается? Изучением фильмов. Хорошо. А вы чем будете заниматься, когда вырастете? Я хочу заниматься в IT-сфере. А, хорошо. Это модно. И денежно, говорят. Продолжаем. Верите ли вы, что рациональным размещением товаров в торговом зале занимается супервайзер? Прошу. Ну, скорее всего, нет. Скорее всего, этим занимается мерчендайзер. О! Верите ли вы, что у профессии математика не существует явных медицинских противопоказаний? Нет. Как и у профессии физика, нет явных противопоказаний. Помните Стивена Хокинга? И больной, и говорил с помощью синтезатора, и перекошенный, и в инвалидном кресле. Какие гениальные идеи выдвигал и обосновывал. Нет противопоказаний. Играем. Верите ли вы, что выражение «делу время, потехи, час» придумал царь Алексей Михайлович? Ну, да, нет? Саша? Не верю. А он вписал эту фразу в учебник по соколиной охоте, который был очень большим охотником. Делу время, потехи час. То есть смысл вы понимаете. Итак, внимание, после первой игры, после блеф игры, 10-5 лидирует областной лицей. Вперед! Внимание, темы. Профессии по алфавиту, исчезнувшие профессии, третий бой – о профи в рифму, медицина против, противопоказания. И пусть меня научат. Это пятый бой. У вас есть 5 секунд, чтобы принять решение, кто какой бой на себя готов взять. Вперед! Итак, внимание, начнем дуэль игру. Первый бой, как вы уже помните, профессии по алфавиту. Татьяна, кто у вас хотя бы алфавит знает? У нас алфавит знает Коля. Коля знает. А у Ксении? Вроде бы помнит Яна. Ага. Николай против Яны. Вперед! Поехали! Итак, поехали. Профессии по алфавиту. Начнем с буквы А. Он участвует в разрешении хозяйственных споров или судит спортивные состязания? Прошу. Агроном. Агроном судит спортивные состязания. Уже интересно. Яна, прошу вас. Аудит. Аудитор.
арбитр. Есть судья-арбитр, который разрешает в суде хозяйственные споры. Есть арбитр, который на поле свистит и назначает пенальти. Вот сейчас бы я Николаю пенальти назначил со страшной силой. Играем. Буква «Б». Он ставит балетные спектакли или танцевальные номера. Ой, тишина, 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 тишина. Ой, а что вы такие испуганные-то на букву «Б», не знаете? Балетмейстер. Буква «В». Может, хоть на букву «В». Они судорожно вспоминают алфавит. Я верю, что они знают профессии. Он занимается разработкой, оформлением и поддержкой веб-страниц. Веб-дизайнер. Веб-дизайнер, конечно. Вот уже более знакомо. Хорошо. Он сопровождает группы туристов. Прошу. Гид. Гид, конечно же. Браво. И заканчиваем. Он изучает пищевые свойства продуктов, разрабатывает принципы рационального и лечебного питания. Николай? Доктор. Доктор. Докторов много. Прошу вас. Может, уточните? Тишина. Нет. Нет. Прошу вас, Яна. Диетолог. Диетолог, конечно, диета. Я понимаю, что диета ближе девушке, чем молодому человеку. Мы об этом в вашем возрасте вообще не думали. После первого боя, после профессии по алфавиту, 20-10. Областной впереди. Следующий бой. Вот мы уже говорили, Татьяна, что профессии бухгалтера, экономиста, даже, страшно сказать, библиотекаря скоро исчезнут. Но, тем не менее, мы поговорим об исчезнувших профессиях. Кого отправляете в бой? На исчезнувшей профессии пойдет Лера. Лера, это ваш второй и последний выход. У нас больше двух раз к стойке не ходят. Ксения Митина, ваш поединщик? Семен Козлов. О, итак, Лера против Семена. Вперед! Хорошо. Он сидел на козлах, а старинный романс советовал ему не гнать лошадей. Кучер. Нет, ни кучер не лезет никак в романс. Может, Лера догадается? Ямщик. Ямщик, не гони лошадей, нам некуда больше спешить. Браво! Отлично. Профессия секретаря-машинистки прекратилась, когда стали неактуальными они. Да. Печатные машинки. Или пишущие машинки, да. Хорошо. Сегодня работу лудильщика, он же медник, вполне может выполнить профессионал с этим аппаратом. А сейчас профессионал берет в руки какой-то аппарат. Я долго еще буду рассказывать вам об этой замечательной профессии. Со сварочным аппаратом любой мастер может... Все, 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 Семен Семенович, поздно. Сварщик, да. А вот он приходит и чинит, лудит или меднит. Играем. Лет 200 назад владельцы боулинг-клубов, вы, надеюсь, знаете, что такое боулинг-клуб, прекрасно, нанимали мальчиков для этого. Ну, прошу. Для натирания пола. Для натирания пола, чтобы там шарики катались лучше. Красиво, но, к сожалению, неправильно. Семен, у вас есть шанс? Для выставления кегель. Вручную кегли выставляли, браво! Потом, правда, появились аппараты, которые выставляют кегли автоматически, и мальчики лишились работы. Вот вам капитализм во всей его неприглядной звериной сущности. Старший в этой артели назывался Водолив. Че, неужели Репина не помните картину? Ну, артель такая идет. Здоровые мужики, Водолив первым. Ну, Репин, 3, 2, 1. В бурлаки вас не возьмут, ребята. И в искусствоведы. Поздно, поздно, Семен, поздно, поздно, Семен. Бурлаки, вот теперь вы это знаете. И у нас 25-15, по-прежнему с опережением в 10 очков, идет областной лицей. Продолжаем игру. Итак, городской против областного лицея. У нас о профи в рифму. У кого нет идиосинкразии к стихам, Татьяна? У Вадима. У Вадима, хорошо. Ксения, кто у вас сочиняет и, по крайней мере, поймет, где рифма, а где не рифма? Ну, попытаюсь я. Хорошо. Итак, Вадим против Ксении. Вперед!
Итак, о профи в рифму. Ну, детские стишки совершенно. Он науку изучил, землю словно приручил. Знает он, когда сажать, сеять или убирать. Знает все в краю родном и зовется... Агроном. Агроном, конечно. На работе день-деньской он командует рукой. Поднимает та рука 100 пудов за облака. Да. Судья. Судья. 100 пудов. Нет. А Ксения, может, вы догадаетесь? Поднимает. Понятно. А это, простите, называется крановщик. Вот в новые районы зайдите, которые строятся, там кран такой ездит, и вот та самая рука, которая 100 пудов за облака. Продолжаем. По морскому ходит дну, беспокоя глубину. Ну. Да. Подводник. Подводник? Ну, подводник, он в подводной лодке сидит. Ну, а он не ходит. Может, уточните, как называется точнее? Аквалангист. Аквалангист не ходит по морскому дну, он плавает. Может, выводим? Нет. А вот знаете такую профессию водолаз? Теперь вы это знаете. И собака такая, кстати, есть, водолаз. Запомните это, вдруг пригодится. Продолжаем. Прыгнул вниз, на цветке повис. Земли коснулся, цветок свернулся. О как! Ну, кто-то у нас прыгает вниз. Цветок-то. Опа! Парашютист. Парашютист, конечно же! И последний вопрос о профи в рифму. Наведет стеклянный глаз, щелкнет раз, и помним вас. Да. Фотограф. Вообще-то это киллер. Но ответ фотограф тоже принимается. Да, конечно же. Итак, 30-25. Вадим сократил отставание на стихах. И следующий бой. Играем. Итак, медицина против. Татьяна, кто? У нас пойдет Егор. Егор, отлично. Ксения, кого вы отправляете в бой? И у нас Егор. Егор против Егора. Вперед! Боязнь высоты противопоказана представителям этой профессии, которая появилась в 20 веке. Да. Наверное, мойщик окон. Мойщик окон были и в 19 веке, когда небоскребы были. Прошу вас. Строитель. Строитель. Строители были, я вам уверяю, еще 4000 лет до нашей эры. На самом деле, в 20 веке появилась профессия летчик. Вот летчику боязнь ни в коем случае. Ответили парашютист, я бы принял все, что касается высот больших. Продолжаем. Системному программисту противопоказаны нарушения координации и болезни их. Глаз. Глаз, конечно же. Егор, а вы, небось, тоже по IT собираетесь пойти? Да. Тоже IT, а, хорошо. Криптовалюты будете торговать? Да, биткоины мучить. Биткоины мучить, хорошо. Я думаю, пока вы выучитесь на программиста и на айтишника, биткоины уже умрут сами собой. Продолжаем. Официанту противопоказаны дефекты внешности и ее. Дефекты чего? Прошу. Речи. Речи, конечно же! Поехали. При открытой форме этой болезни, которую раньше называли чахоткой, учителя или врача немедленно отстраняют от работы. Прошу. Туберкулез. Отлично! Медики утверждают, что музыканту нельзя быть таким, хотя прецеденты были. Да. Глухим. Да, Бетховен был глухим и писал великолепную музыку. Но, правда, к концу жизни он уже оглох, но, тем не менее, тугоухость и глухота противопоказана музыкантам. Сохраняется отрыв в 5 очков, не подпускает к себе областной лицей, не дает сравнять. 40-35. Следующий бой! «Пусть меня научат». Помните замечательные стихи Маяковского? Да, я б пожарные пошел, пусть меня научат. Итак, официально мы с вами сейчас поговорим о высших учебных заведениях нашей замечательной страны. Итак, Татьяна, кто готов уже в любое учебное заведение? В этот раз попробую я. Хорошо. Ксения, у вас? Саша. Итак, Таня против Саши. Вперед! Вперед!
Итак, официально название этого Минского вуза – Академия управления при нем. Прошу. При президенте. Чего? Академия наук. Нет, нет, при президенте чего? Республики Беларусь. Конечно. Играем. В советские времена это был БИИШТ, Белорусский институт инженеров железнодорожного транспорта. Сейчас название гораздо короче. Прошу. Белгуд. Белгуд, хорошо. Татьяна, а сами куда вы собираетесь, собственно? Еще не выбрала. Но не в Белгуд. Или в Белгуд. Может быть, возможно. Хорошо, Белгуд вас ждет. Поехали. Полесский университет – самый молодой университет страны. А находится он в замечательном полесском городе. Прошу. Может быть, Жлобин? Жлобин – нет, но он не полесский город. Прошу вас, Саша. Возможно, Пинск. Браво! Великолепный ответ. Педагогический университет в Минске носит имя этого поэта. Да. Имени Танка. Максим Танк, хотя он учителем не был, был журналистом. Браво, браво, Татьяна. В БНТУ и в БГУИРе недавно стали обучать специалистов по работе с этими валютами. Прошу. По работе с криптовалютами. Да, Александр, вы совершенно правы. И вот сейчас вышла Татьяна Ченкова, капитан Красный, капитан городского лицея, и сравняла счет. 50-50. Тест игра. Итак, внимание, 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 тест игра. Наше скоростное централизованное тестирование. Вопросы с вариантами. Кто готов у вас, Татьяна? Сейчас пойдет Коля. Коля, хорошо. Прекрасно. Ксения, кто готов тестироваться у вас? Яна. Яна. Итак, Коля против Яны. Вперед! С легкой руки Владимира Ильича Ленина на вредных производствах выдают А. Молоко, Б. Сок, С. Пиво. Прошу. Молоко. Да, за вредность молоко нужно давать, сказал в 18-м году Ленин на Путиловском заводе, и вот оттуда и пошло. Отлично, играем. Дагерротипистов. Профессия такая была. В 20 веке сменили. А. Наборщики. Б. Фотографы. И С. Копирайтеры. Прошу. Наборщики. Наборщики, вы не правы. У Николая есть шанс. Вариант Б. Вариант Б. Фотографы. Дагерротипист – это специалист по светописи. То есть, да, аналог нашего фотографа. В Японии вполне пристойным считается инемури. А инемури – это А. Сокращенный отпуск. Б. Отказ от премий. И С. Сон во время работы. Прошу. Вариант С. Сон во время работы, да, да, да. Вот такой инемури считается вполне приличным. Если спит человек на работе, значит, работает хорошо, значит, устает. Вот так вот. Теперь вы это знаете. Играем. Шевелев сказал, если профессия становится образом жизни, то ремесло превращается А. в призвание, Б. в искусство и С. в каторгу. Прошу. В искусство. Да, если профессия – образ жизни, ты уже не ремесленник, ты уже мастер. Это искусство. Браво! И заканчиваем. Выражение «не мытьем, так катаньем» пошло от особенностей труда. А. Уборщиц. Б. Банщиков. С. Прачек. Прошу. Вариант С. Прачек. Ну, они и мыли белье, или то, что стирали, и потом катали таким рублем или вальком, выкатывали грязь из белья. Великолепно, великолепно. Все пять наших тестов отыграны, и Николай выводит городской лицей вперед. 75-70, играем дальше! Итак, слайд-игра. Любимое занятие наших эрудит-пятерочников, наших игроков. Ну, что может быть проще? Стоишь, смотришь на картинку и говоришь, что там на экране, собственно, изображено. Но все-таки лицеисты у нас, мы все-таки буквы убрали с картинок, чтобы вам страшнее было. Татьяна, кто готов? Попробую я. Прекрасно. Это ваш второй и последний выход к стойке. Ксения, у вас? Семен. Серьезно, сказала Ксения. Итак, Татьяна против Семена, вперед! Семен,
Тема нашей игры – старинные и исчезающие профессии. Жать ничего не надо. Начинаем мы с Татьяны. Вглядитесь 5 секунд в изображение и потом отвечайте. Итак, начнем мы с первой профессии. Я считаю, что это может быть сантехник. Сантехник? О, с винтовкой. Хорошо. Прошу вас, Семен. Крысолов. Да, он крысолов. До сих пор встречается еще такая профессия, но уже исчезающая. В сантехнических сооружениях отстреливают, вылавливают крыс. 10 очков на подборе заработал Семен. Если бы Татьяна отвечала правильно, у нее было 15. Семен, играем с вами. Отлично. Трубочист. Трубочист, 15 очков. Татьяна, я за вас. Поехали. Лакей. Лакей? Ну, не исчезающая профессия. Может, поправитесь? Понятно, спасибо. Семен? Тишина. Ребята, это чистильщик обуви. Вот и все. Лакей. Лакей, лакей – это бессмертная профессия. Итак, Семен, играем с вами. Прошу. Телефонистка. Да, телефонистка. Игорь, барышня, барышня, дайте смольный. Хорошо. Татьяна, прошу вас. Ну, говорили мы об этой профессии сегодня уже. Раз. На печатной машинке. На печатной машинке не принимается профессия. Три. Печатальщик текста. Печатальщик текста ни в коем случае. Семен. Машинистка. Машинистка. Точная профессия. Машинистка, она может и на локомотиве рассекать. Секретарь-машинистка точно называется эта профессия. Семен, играем с вами. Поехали. Почтальон. Исчезающая профессия. Ну, надеюсь, при нашей жизни она еще не исчезнет, вытесненная разнообразными имейлами, телеграммами, инстаграмами. Прошу. Кассир. Да, кассир и продавец. Скоро не будет таких профессий. И никто не будет на вас кричать. Я тут одна, а вас 100. У меня не 100 рук. Я вообще пошла обедать. Хорошо. Играем с Семеном. Ткачиха. Ткачиха, да. Хорошо. Татьяна. Три, две. А что-то с памятью у нас нехорошо. Прошу. Ой. Прачка. Поздно, поздно я уже стал комментировать. А от какой профессии у нас пошло не мытьем, так катанием? Семен, да, конечно, прачка. Но вы уже запоздали со своим абсолютно правильным ответом. Семен, последний слайд. Винокур. Винокур? Я ничего не знаю. Не знаю, как? Ты что-то знаешь. А что, вот что он делает? Что он привез? Может быть, воду или молоко? Воду? Водоноска? Ну, он водовоз. Водовоз. Ну, вы честно признали, что вы не знаете. Теперь вы это знаете. Водовоз. И счет у нас после слайд игры 140-90. Снова впереди областной лицей. Играем. Решающий у нас момент. Риск игра. Игра со штрафом. Правильный ответ плюс 20, неправильный минус 20. Самый сильный, самый мощный, самый владеющий собой игрок. Татьяна, кто это у вас? Рискнет Вадим. Вадим, прекрасно. А тот самый человек, который сравнял счет у нас, помню. Ксения? Пойду я. Грустно сказала Ксения Митина. Итак, Вадим против Ксении. Вперед! Итак, внимание. Резкая игра. Напоминаю, темы такие же, как в нашей игре дуэльной. Начнем. Профессии по алфавиту. АБВГД, буква Е. Контролирует соблюдение законодательства об охоте, охраняет территорию охотохозяйств от браконьеров. Да. Едет. Плюс 20. 110, 140 стал счет. Продолжаем.
исчезнувшая профессия. Эту городскую профессию, актуальную с наступлением темноты, воспел Антуан де Сент-Экзюпери. Да. Фонарщик. Фонарщик, браво! 110-160 играем. А профи в рифму. Справедливее всех, друзья, споры все решит. Фальстарт. У вас, Вадим, Ксения? Судья. Судья, браво! 180-110. Ну, все еще может быть. Медицина против. И музейному работнику, и художнику, и даже мерчандайзеру противопоказано это заболевание, названное в честь английского физика. Что же это такое заболевание зрения, названное в честь английского? Прошу. Конъюнктивит. Конъюнктивит, то есть был такой сэр конъюнктивит. Yes, может быть. Ксения, будете говорить? Минус 20, кстати. Правильно сыграл Вадим, терять ему нечего, а вот Ксении есть что терять, поэтому она молчит, как партизан на допросе. А ей был такой сэр Дальтон. Дальтонизм, не различение цветов, восприятие цветов с искажением. И заканчиваем. Пусть меня научат. В 30-е годы это был пединститут имени Валерия Чкалова. А сегодня это университет имени кого? Ну, Франциска Скорелли. Блестяще, до конца борется Вадим. Но счет остался 110-180. Ну что ж, аплодисменты. Сувениры от телерадиокомпании «Гомель» нашим победителям сегодняшним. И я надеюсь, что свои проблемы с профориентацией наши лицеисты и лицеисты городские, и лицеисты областные решат так же легко, как они легко отвечали сегодня на вопросы нашей ресурсной игры. Кстати, игра была немножко неравные, скажем так, потому что все областные лицеисты 11-классники, им уже в этом году решать, делать жизнь с кого. Ну, а нашему городскому любимому лицею еще целый год можно подбирать себе хорошую профессию, в чем, конечно, поможет первый лицей и Зоя Васильевна Пашкова. Итак, что еще могу сказать? Выбирайте профессию по душе. А еще лучше выбирайте передачу по душе. Включайте нас по воскресеньям в 11:40. Смотрим пятерку, получаем десятки. Играем!